Добрый день! 45 лет назад советский русский писатель Валентин Распутин написал повесть «Прощание с матерью». И только спустя 11 лет, в 1987 году, в издательстве «Художественная литература» эта повесть выходит из печати. Произведение охватывает период 60-х годов 20 века, когда наше советское государство развернуло огромную программу по уничтожению неперспективных деревень. «Прощание с матерой» – произведение масштабное, грандиозное. Произведение, в котором описаны реальные люди, достоверные факты. Сам Валентин Распутин жил в селе, которое ушло под строительство ГЭС. «Прощание матерой» – это деревня, большой остров, который подлежит затоплению, уничтожению. У людей отбирают самое дорогое, самое любимое – родину. В 2000 году Распутину вручают премию Солженицына за произведение «Живи и помни, прощание с матерой». При вручении премии Александр Исаевич Солженицын сказал: «Это прежде всего смена масштаба, не частный человеческий эпизод, а крупное народное бедствие, не именно одного затопляемого, обжитого веками острова, но грандиозный символ уничтожения народной жизни. И даже еще огромнее, какой-то неведомый поворот, сотрясение, расставание. И для нас, для всех. Распутин один из тех, кому приоткрываются слои бытия, не всем доступные и не называемые им прямыми словами. От первой страницы мы застаем деревню, уже обреченную к уничтожению. И сквозь повесть это настроение нарастает и звучит, как реквием, голосами народа, голосами самой природы, человеческой памяти. Как она сопротивляется своей кончине. Пронзительно нарастает прощание с острова, растающее умирание, режущее сердце. Конечно же, сам писатель не мог остаться в стороне от этого, от своей малой родины. В 1981 году по этому произведению был поставлен художественный фильм «Прощание». И поныне на театральных подмостках идет повесть Распутина «Прощание с матерью». В фондах Кандинской библиотеки имеется замечательный трехтомник произведения писателя Валентина Распутина. Во втором томе напечатана эта повесть «Прощание с матерью». Имеются также отдельные сборники «Валентин Распутин. Повести». Я приглашаю вас взять в руки эту книжку и прочитать об истории деревни, которая исчезла с лица земли.